Привет, мои любимые стратегические жеужики! Вы видите, слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество загалов проходить Sid Meier's Civilization 6. При условии, что первым 10 цивилизациям я должен объявить войну и никогда с ними не мириться, а кроме того, у первой серии в прикрепленном комментарии есть сейв первого хода, и вы можете проходить это вместе со мной. Кстати, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть все в том же прикрепленном комментарии, там же рейтинг цивилизации, где про галов рассказывается. Ну а спонсоры канала, которым большое спасибо за поддержку, все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». На этом вступительное слово завершаю, рожу свою выключаю, и давайте, мы тут вышли в золотой век, новое время. Золотой век, правда, у нас уже Австралия, например, в ракетостроении. Так, я забыл, я этого великого человека взял, он что делает? А, присоединяет город-государство, да, вспомнил. Гонконг хочу присоединить. Сейчас пойдем это делать. Так, здесь Лян прибыла в город, поэтому аквакультурой займемся. Да, это можно, в общем-то, да, еда производства. И в Багакуме тоже еда производства. Так, здесь я, наверное, разграблю и получу стандартизацию. Пехотинцы, продуктовый рынок. Кстати, вот в Ротомагусе можно как раз продуктовый рынок и построить, потому что город вообще никак не растет. Исследовательские гранты, пожалуй, продолжу. Не хочу шпиона здесь строить. Я шпион, наверное, в Соликамске построю. Кстати, давайте в очередь его просто добавим. Так, пушечка стоит. Этого тоже спускаем на воду. Да, вот тут соберем крабов. Потому что, ну, четвертый радиус, еще раз повторю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Значит, что город не может никак обрабатывать. Просто соберем. Денежку получим. Так, продолжаю железную дорогу строить. Надеюсь, она будет первая в мире здесь. Так, давайте апну во фрегаты. Собственно, получу очки за использование селитры. Здесь лечим. Ну, здесь отходит, тут просто броненосец австралийский, армада. Страшно там. Береговой рейд. Тырим культурку. Захватывать ли нам рабочего? Я думаю, почему бы и нет. Кай Инг мучается отбивать его обратно. Так, пошли теперь все цивилизации, в общем-то, встречать оставшиеся с бразильцем. Следующим ходом мир. Блин, в Таругу, конечно, стоило бы отправить послов. Фиг, как офигительно Мельбурн стоит, смотрите. Это смешно. О, дорога гигантов. Так, ну я, по-моему, еще... Офигительный линкор. Так, давайте-ка мы не будем... А, подождите, он через две клетки стреляет. Черт. Посмотрите, где он линкор построил, Инг. Просто смех на дроте. Ой, не Инг, а Мали, Мали. Так, тут с губерами все ясно. Ну, то есть Мали уже в линкорах, если что. В Самарабриве Апид. Кстати, и зоопарки еще можно, и гидроэлектростанции можно. Но я бы пока, наверное, я даже мастерскую купил бы. Сюда фабрика действует. То есть достаточно мастерскую на самом деле. И дальше давайте гидроэлектростанции.
Морской порт. Сделаем. Тут можно еще один броненосец. Вообще я могу уже армады сразу строить, но дело в том, что у меня есть армада броненосцев. Я хочу к нему присоединить. Тут, правда, у меня два броненосца будет, а потом можно будет флот, например, построить. Так, вот вопрос, нам археологический или художественный? Мы археологический уже открыли, и худ... ну, то есть то, что требовало ускорения. Наверное, тогда археологический, чтобы археологов делать. Так, в Адуатуке три хода до возможности театралочку поставить. В Австралии фашизм. Ватикан там кто-то засоюзил. Всемирный конгресс. Новая эпоха. Всемирный конгресс. Запретить строительство. Скидка на постройку. Ну, я бы скидку на угольную тогда поставил пока. Новые районы считают захват за себя. Всемирная выставка готов провести. Ну, тут опять же... С таким количеством компьютеров реально не угадать, чтобы... Тем более у меня у нас нету дипломатических очков вообще. Так, запретить мазутную. Пофигу. Свет культурный захват Амбиорикс, зашибись. И всемирная выставка пошла. Так, ну я думаю, что коммунизм надо принимать. Что мне еще за веру, там скидка за веру? Я не думаю, что... Мне это все надо вообще. Аквакультура. Аквакультура. Вот эту клеточку можно купить. Там следующим ходом сама присоединится. Первая железная дорога будет. Сейчас я думаю... Ну вот трибушет там или что... Какие у нас вообще юниты не в армии? Латник есть еще один. Эти полевые пушки, они корпуса, они армии. И трибушет еще корпус. Морские я не могу, значит, трибушет и латник нужен. Давайте трибушет. Просто сейчас пока не, ну, скидка на покупку за веру. И... А где у нас вообще корпус латников, который вот... Тут я одни армии вижу. Тут что? Ага, вот он. Тогда здесь просто и купим. А, тут походу все нету. Тут уже линейные пехотинцы, к сожалению. Надо было раньше. Слушайте, а немец мне случайно селитру не продаст? А у него нету. Так, сейчас еще посмотрим, будет ли бразилец со мной мириться. Будет. Правда, мне с ним торговать вроде нечем. Может, у него селитры? Да, у нее эту селитра есть. Так, мне надо... А что я тут могу? Ну, я бы мушкетеров купил, поэтому мне надо 10 селитр буквально. Шесть и пять вход. Давай мы тебе какой-нибудь вот янтарь дадим. Ты нам за это, наверное, еще и нефти насыпешь. По-моему, он 6 был готов. Нет, 5. Вот это на норм. Так, и покупаю мушкетера. Я понимаю, что надо еще это будет апнуть, но я их просто буду сразу в... Черт, я не вижу мушкетеров. Это что такое? А, сразу пехотинцы доступны, потому что я нефть купил. Ладно. Придется пехотинцев покупать, фиг с ним. Так, вот теперь можно, пожалуй, заменить на коммунизм. Так, тут у нас все верно стоит.
Теократическое наследие нафиг надо. Где у нас был либерализм, по-моему? Да, либерализм надо поставить. Ну и сюда. Угля все еще выше крыши. Содержание юнитов. А морскую я оставлю при поражении. Вот это меньше боевой мощи теряют. И компьютеры продвинули. Вот я бы сейчас, конечно, химия 2 хода. Давайте мы сначала, наверное, компьютеры откроем, а потом... А, стоп! Я же смотрел прошлой серии, что меня нифига очень мало что затаплит, потому что компьютеры не будем спешить. Тут скорее химия, а потом нефть нам нужна будет. Так, сделаем. Дальше. Один ход. Броненосец. В Адуа такие исследовательские гранты. Ну, пригород, я думаю, тут не нужен. Мне даже нету смысла. Видите, все клетки обработаны. Тут как бы больше жителей, мне кажется, и не надо. Оно все равно будет расти. И канализацию можно поставить. С другой стороны. Пригород, акведук. Или продолжим просто этот. Исследовательские гранты. Тем более это на всемирную выставку влияет. И плюс мы еще вот этого... Шредингера, видимо, возьмем. Стоим. Так, тяжелое поражение. Наверное, отступим в город. Не буду пока апать. Ну, и тут, наверное, отступим, полечимся. Так, вот здесь... Нет, Лян, еще вот тут можно будет обработать, так что... Этим рабочим пока просто ждем. Не видать броненосца. Что он тут строит? Аквапарк. О, караванчик. Но я, правда, сейчас не смогу его разграбить. Надо посмотреть, куда он побежит следующим ходом. Австралия, конечно, дофига места занимает. Блин, Инк решил не забирать обратно своего рабочего. Понятно. Так, грабим. Денежку даст. 164. Короче, 200 монет просто на ровном месте. Так, я выкуплю клетку, чтобы рудник и вокруг захватилось все. А вот здесь уже гавань ставим. Пора. 15 ходов. Жилья не хватает. Может тут канализацию купить? Давайте куплю. Пока растет Олезия. Считай, это кофе можно не обрабатывать. Затопит. Давайте, наверное, сразу рудничок. Так, что мы дальше после классовой борьбы хотим открывать? Дайте, наверное, охрану природы. А, здесь все исследовано. Там внизу должна быть Карина. В общем, плывем туда. Болонья. С Бразилией у нас... Подожди, это бразильский... Это Вьетнам, господи. Блин, думаю, что-то я проплываю. Я думал, это Бразилия. Цвета. Тут уже все пограблено. Наверное, дальше поплыли. Пока никуда не отправляю. Держим для Кумаси. Так, не залучиваем морской порт. Могу. Райончик. Аквапарк не хочу. Театралочку нет. Ну, центр коммерции бессмысленно. Военный лагерь. Фабрику тоже. Ну, давайте, наверное, продуктовый рынок. Пока. Блин, выкинули у меня Рейну из Тирваны. Ну, в принципе, в том случае это не особо... Бориса Годунова вот за такое.
и йогу Васичскую. Господи, название. Да не. Не. Зачем нам эти все штуки? У нас культуры дофига, а туризму побеждать мы тут не сможем. Культура мне вообще... Только вон немец меня опережает почему-то по культуре. Удивлен, кстати, что у немца так много культуры. Войну идеологии немцу могу. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Я 13. Еще три не встречен, одна из которых точно Корея, например. Так, забираем Шрёдингера, смотрим, что там следующее. Ну, тоже приятное. Но мне просто ее негде будет. Ее надо в чужом кампусе делать, у союзника. А мне тут слишком далеко придется плыть. Для этого. Так, клеточка тут соединилась. Тоже аквакультура. И, в общем-то, можно лян сюда пересаживать. Тогда мы пингалу в Тирвану. Точно. Тирвану. Лян в Навидун. А потом, когда Рейна вернется, мы ее просто в Девадур посадим и все. Переезжают у нас. Тут нету ни счастья, ни жилья из-за этого. Первая железная дорога. Нет, смотрите, не первая в мире. Кто-то еще железку построил. Ничего себе. Так, тут я начинаю откладывать производство, я начну следующим ходом лабы строить. Во всех этих городах я откладываю производство, чтобы сразу лабы построить. Так, тут объединяем. Просто плаваем. Тут озарение делаем. Три случайных технологии эпохи атома и информационной эры. Смотрим. Робототехника, авиация, пластмассы. Тут зависит от того, какие продвинуть. Вот это, видите, я мог сам два биплана построить. Значит, так себе. Робототехнику не мог. Хотя глобализацию мог тоже, блин. И пластмассы я мог ускорить. Значит, так себе, честно говоря. Ускорения получились. Так, все, везде откладываю производство, как я и сказал. Пытаюсь найти... Уплыл, что ли, этот броненосец австралийский? И вот, кстати, вот интересно, что дамбы две, а гидроэлектростанция строится только одна. Вы не сможете сейчас еще одну построить. Бродвей кто-то построил. Так, пока не меняю, видимо. Хотя 100% для морских может сменить. 9. Уничтожение прошлых эпох. Как бы его меньше усталости от войны, может, пускай накапливается. Хотя у меня не особо... Вот давайте логистику поставлю. У меня не особо накапливается усталость от войны, на самом деле. Так, а почему я не могу сюда встать? Нам надо, чтобы союзником было, да? Ну... Красота. Шик, блеск, красота. Давайте, наверное, сразу кампус начнем, тем более тут вон плюс 5 есть. Причем я через эти горы не могу пробраться сейчас, так что просто ставим прям на... И нам бы рабочего. Пожалуй, все-таки куплю. Хотя резко куда-то делись деньги.
Видите, нельзя больше электростанцию построить. Вот после строительства лаборатории у меня, по идее, начнет убывать уголь, должно довольно много. Так, наверное, королевское общество послила бы здесь. Так, дальше сначала в нефть. Я бы, наверное, все во всех городах как-то железные дороги построил. Угля пока завались, железо тем более. Пошли искать, куда этот армада делась. Так, охрана природы. Ну, дальше, наверное, в холодную войну пока. Напоминаю, мне этот флотоводец сразу построить там маяк и верфь. Поэтому круто его там использовать. Так. Тут рудники больше. Напоминаю, это зальет сейчас, этот рис зальет, поэтому тоже нету смысла. Ну, пошли крабов. Этого рабочего туда найти, две рыбы, два заряда и две рыбы. Блин, а куда караван, кстати, поехал? Я не заметил. Видимо, в ту сторону все-таки. Вот эту селитру мы ограбим. Тут опасно. А, подожди, у Лансистона нету. Нету стен. Недостаточно очков. Но следующим ходом вот тут ограблю как раз. Так. Гонконг я присоединил. В Наведуне недостаточно жилья. Рейну можно вернуть в Дивадур. Бродвей построили. Ну, пошли вот тут все гравить. Эти, тем более, зачем-то аквапарк строится. Я даже в стороне встану, не сам аквапарк, а в стороне, чтобы он достроился, я его мог ограбить. Так, нам надо кругосветочку и цивилизации найти. Это бразильский корпус, да? Открытые границы немец мне не даст. Вот и немец. Такой армии вроде ни с кем войны нету. Так, это вот сюда мы к кампусу. Наземные боевые юниты плюс 5. Что нету смысла подплывать капером к дороге гигантов. Вообще тут стоит линкор вроде как. Но вопрос... Будет ли он стрелять? По-моему, все-таки там холмы влияют на видимость. Да, только тут равнина. Ну, давайте посмотрим, прям даже интересно. Будет он по каперу стрелять или нет? Ну, зачем, что вот русский кирасиров делает? Хотя казаки, очевидно, у него намного сильнее были бы. Так, надо требушеты подводить потихоньку. Я, подождите, мы сначала нефть откроем, да? Тогда, значит, мы этих апнем. Латников. Хотя, как мы их апнем? У меня денег нету. Как мы их апнем? М-м-м,
Тут, наверное... Ну, сахар у меня есть. Ну, кстати, я могу... Где у нас сахар? Вот сахар. Я, наверное, тут смогу сейчас производство еще сделать. Так что идем к сахару. Так, есть лаба. На науку переключаем, чтобы там специалисты сажались. Даже, наверное, с еды я бы так вот... Блин, тогда он в минус идет. Ну, 29. Это мне, ладно. Не так много добавляет, мне кажется. И поехали... Исследовательские гранты. Кстати, по всемирной выставке я даже не на первом месте. На втором. О, 1500 космическая гонка. Слушайте, надо читать сейчас будет, конечно. Тут ждем, когда Эфиоп починит, чтобы опять пограбить. Ферму можно там грабить. Так, здесь янтарь, чтобы полечиться, а здесь селитру. 160, еще плюс 200 монет. Не, так мы так и сейчас набьем на... Я сюда встану. Просто пострелять. Между нами пальба. Полечусь в городе. Тут остатки варварского флота надо добить. Так, тут рыбку, видимо, обработаем. Чуть-чуть осталось до кругосветки. Блин, кумаси перекупают постоянно. Это вот неприятно. Меньше начинает... Ну, караваны меньше дают. Чем я бы Амани, наверное, попрокачивать дальше. Мне просто... Ну, я обязан кумаси делать своим городом постоянным. 25, 160... Ну, короче, каждое разграбление считайте по плюс 190 монет. Добавляет. Ой, он аквапарк еще достроил на этом месте, зашибись. Так, а я тут просто буду стоять в защите. Пускай он эти мореры меня долбит, а я лечиться буду каждый ход. Или вообще апнуться, кстати, раз деньги есть. 135. Не, ладно, это надо с карточкой делать, тем более надо еще деньги на оплатников оставлять. Так, не починено... Не починено. Ты что не чинишь ничего? На тебе в лобешник тогда. Так, стоим. Стоим. Просто 15 веры. А, наверное, это лечение было, кстати. Я просто не знал, что скотоводческая ферма дает. Так, тут мы сейчас вот опять порты порушим. Что-нибудь пообстреливать есть? Нету, да? Интересно, разграбление пригорода. Разграбление пригорода, по идее, должно давать... Все-таки... Не, ну мне золото, наверное, больше, чем наука нужна. Поэтому буду... А тут можно этим подойти, кстати, и грабить следующим ходом. Давайте вот так сделаем. Что эта пушка может и нас начать обстреливать. Я бы не выпускал пока корабли. Просто если сюда проатакуют, то этот может выйти. А тут зона контроля от каравеллы. Поэтому держим. Так, один заряд остался. Наверное,
А, китов надо купить и обработать. Так, ну что? Что аквапарк дает? А, просто здоровье. Ну, тем не менее, разграбим. Нефиг им в аквапарках тусить, когда у нас война. И первая кругосветная. Вот это да. Я, кстати, не ожидал, что кто-то железную дорогу уже построит. Так, ну давайте думать, где... Ну, понятно, что они где-то в центре этого материка. То есть мне надо, наверное, с этой стороны проплывать. А тут я... А вон я Корею вижу, но типа не встретил. Короче, надо туда плыть. Ну, а этим, соответственно, просто вот так проплывем. О, на один ход приблизил открытие. Не, каперы. Каперы очень правильно было построить. Рассказывайте, кто из вас тоже так же в каперы пошел. О, хищение технологии. Тут продолжаем исследовательские гранты читать. Тут построилась лаба. Ну, исследовательские гранты. Тут построю продуктовый лаба. Дефицит энергии. Ну, кстати... Кстати, да, тут дефицит энергии, потому что нету угольных электростанций, которые на это влияют. Можно даже глянуть в линзе энергия. Видите, вот это покрыто. Вот в этих городах типа не на что тратить энергию. Вот будет лаба, а следующим ходом и Самарабрива будет зеленый. То же самое касается Соликамска, когда я там лаву построю. А здесь красный, тут есть куда тратить энергию. Кстати, какой... Наверное, продуктовый рынок я построил, вот он требует... Ну, может за счет энергии больше давать. Но нету никакого здания, которое в 6 лет как бы давало энергию. Поэтому мне надо в наведу не угольную построить таки. Отсюда... Раз, два, три, да. Из этого апида мы не дотягиваемся. Наверное, давайте я в наведу не сразу... Поставлю в очередь. Так, сокрушит всех, всех сокрушишь. Очень сильный, молодец. Я, у него, кстати, больше... Хотел сказать, что у меня самая большая армия, но оказывается у немцев... Блин, у русского 50 сила. Я думаю, что... Блин, он еще и корпуса уже привел. Ну, походу, надо апнуться все-таки. Так, сейчас посмотрим, где у нас нефть. Вообще, есть ли она. Ну, судя по тому, что нету иконки, нефти у нас нету, прикиньте, с таким огромным количеством пустыни. С таким огромным количеством пустыни нету нефти. Давайте искать, может... Так, блин, как мне тогда нападать вообще? Что за фигня? Ну, я, наверное, тогда у немца буду покупать. Неизвестно за что, правда. Ну, то есть вообще рядом даже нету. Вон в Эфиопе, у Эфиопа. И вон у русского вот тут нефть. Ну, охренеть. Генерация ресурсов без селитры и без нефти. Хоть уголь есть, слава богу. Черт. А у бразильца есть нефть? Ну, вы же понимаете, что они будут потреблять? Да, у него тоже есть нефть. Но он ее не продает, слишком мало нефти, видимо. А, слушайте, уже и у немца нету. А куда делась? Фига себе, он что-то апнул, что ли? Ну, кайф. Что мне теперь получается, чисто в самолеты идти в алюминий? В надежде на алюминий, что ли? Так, сталеварение мы откроем все-таки, чтобы везде... Укрепление, да, или сопилка плюс производство. А потом идем просто в радио. Но это бред. Мягко говоря. Следовательские гранты. Так, в наведуне. Вот так делаем. Дальше в Самарабриве лаба. Биржа, зоопарк. Вообще тут...
Ну, не знаю, на Гонконг нету фабрики, но мне, честно говоря, зоопарк покруче будет. Он еще и науку начнет с этих давать. С джунглей. Так, этого шпиона... Брисбен 664 деньги. А Мали я еще какие-нибудь города вижу. Ньяни 300. Странно, что больше денег у австралийцев. Ну давайте. Так, видите, смогу. А, корпорация. То есть у меня где-то промышленное производство уже на сахаре есть. Кавалерию. Блин, жалко все равно. Что-то, ладно, отступлю. Не хочу я пока столько денег тратить на апгрейд. Еще денежки? Нет, вера. Блин, почему вот кофе? Как грабишь кофе, тебе веру дают, я не понимаю. А вот сколько пью кофе, я все больше верить не начинаю ни во что. Наоборот, больше скепсиса появляется. Как-то что-то тут, мне кажется, они странно с кофе придумали. Я понимаю, что я прокачал на технологии, но пока я бы дальше качал юнит. Так, здесь, значит, грабим гавань. Тут грабим лисичек. 5 вера. Ну ладно. Лисичек я еще могу представить, знаете, что типа ты в этот в шубку из лисичек оделся и поверил, что у тебя все будет хорошо. Предположим. Так, грабим здесь, а тут береговой рейд. Да, может, зря я пушку, кстати, убивал. Может, он на австралийца бы чисто лез. Так, этим капером возвращаемся к инку. Тырить все. Рыбка. Так, тут еще не доехал, да. Блин, Семиха так долго в новых городах, конечно, районы строятся. Жалко, что их никак не купить. Соликамск. Ну вот, помните, я говорил, что в Самарабриве сейчас я построю лабу и должна опять... Вот, видите, она стала зеленым. Потому что здесь появилось здание, которое потребляет энергию. В принципе. Когда нету просто здания, оно даже никакого, ни зеленого, ни красного цвета. О, тут ни универа нету. Ладно. Поехали так. Ну, на виду он в довольстве нуждается, потому что нету бубера. Нет! Блин, подлодка у него. Так, значит, с эфиопом я не могу заключать мир. Больше не предлагать. Ну, собственно, с тем, кем я могу заключать мир, он у меня заключен. Блин, Австралия просто строит корабли этими флотами. Причем это у него атомная подводная лодка. Он мои броненосцы может так ваншотать. Блин, а что у него с улетанием вообще? Ну, так, смотрим. Ракетостроение Вьетнам тоже. Вообще, что у нас по науке? Еще неизвестно, но я думаю, что это Корея будет. Мы ее встретим. По количеству науки вход. Ну вот, я... Да нет, не обогнал Австралию и Вьетнам. Нифига себе. Блин, Магнуса убрали. Это плохо. Но я решил Амани качать. Тем более, что она сейчас будет давать мне отсюда уголь, между прочим. Видите, у нас уголь уже в ноль встал. А сейчас я как прокачал Амани, она должна мне этот уголь давать от Кумаси. Так, железная дорога везде проведена. Но сейчас бы я уже пока не делал, раз у нас уголь не накапливается. Давайте, может... что... Ну, можно, типа, тоннели сделать. Тоннели.
Знаешь, наверное, вот тут тоннель, вот так и вот так. Чтобы можно было проходить. Так, что нам тут обрабатывать? Наверное, вот этот рис. Хотя вот еще поломано. Давайте вот это отремонтируем сначала. Потом рис будем. Так, тут обстреливаем арома этот долбанный. Тут. Ну, и значит, это даст здоровье. Тогда просто пока по квадриреме постреляем. Удивлен, конечно, что Вавилон так отстает. Знаете, я заметил, что если Вавилон с кем-то воюет, то у него проблемы с развитием. Где он вообще? Ну, вот тут вместе со мной. Но для Вавилона быть вместе с галлами, согласитесь. Блин, грек впереди по науке. Подождите. Ну, типа, не по количеству тех, а по количеству тех, почему он от меня отстает на 6 технологий. Господи, а что он так мог... Куда он так мог ломануть? Почему он дальше Австралии? То есть он где-то вот здесь. Но это тупо выглядит вот так. Видимо, нанотехнологии просто по-другому невозможно. Типа, не в ядерный синтез. Хотя еще в ядерный синтез возможно, на самом деле. Короче, он либо в ядерный синтез вышел. Вот после отсюда, вот тут. Либо вот это теха, это и это. Вот так, да, пластмасса, синтетическая композитная технология. Либо, в общем, давайте проверим по урану. Ну, у него урана может просто не быть тогда. Ну, очень странное, да, движение по техам. Но если ко мне сейчас современные танки из Греции приедут, ну, в принципе, сейчас можно стоять. Сейчас, тем более, у меня авиация должна быть. Это терпимо. О. Рабочий. И еще рабочий. Очень интересно. Это здоровье дает. Это неинтересно, мне кажется. Давайте, пожалуй, янтарь. Тем более, это корпорация просто. Так, а тут давайте... Ну, вообще, Канберра может убить, мне кажется, броненосец. Тем более, у него... Ладно, давайте так поисследуем. Нет, все-таки отсутствие селитры и нефти — это подстава для... Ну, как атаковать вообще? В принципе. Сейчас еще алюминия не будет, вообще прикол. То есть чисто в развитии сидеть играть. Так, тут, пожалуй, мы свалим. Но, тем не менее, эта подлодка может нас найти. Ага, вот где караванчик был. Давайте нефть, наверное. А, блин, не обработано. А что он тут строит? Пригород. Ладно, давайте пока так. Подожду. Лисички разграбим. Так, добиваем остатки варварского флота. У них тут такая веселая бухта была. Так, выкупаем китов. А если мне чем поторг... Ну, я с немцем торговал уже. Кстати, у него алюминий капает. И Бразилия где? Бразилия нефть не хочет продавать. А мне ее хреново покупать, потому что у меня... Вот это, конечно, ошибка была, что я тогда купил нефть и купил пехотинца. Я постоянно у меня как минимум одна нефть потребляется, понимаете? Так, театралочка наконец-то. Плюс 5. Вау. Ну, пока только вторая. Так, королевское общество. Давайте здесь археолога сделаем. Пингала тут сидит. Но, тем не менее, на науку тоже переключу. Рейна еще не приехала, зато тут Лян приехала.
Можно на еду и науку. Угольную достраиваем и делаем аквакультуру. Что-то больше рабочих не видать. Неужто закончились наконец-то? Да я столько накупил за все то время. Давайте глянем. По идее, должно быть 4 рабочих всего. Ну да, вот они и есть. 2 здесь и 2 у тех новых городов. Я, наверное, ничего не буду менять. Так, в Багакуме продолжу исследовательские гранты. Тут, кстати, можно будет аквапарк построить. Я не знаю, Апит, кампус и гавань. А, тут гавани нету. Во, мы гавань тут будем строить. Вот оно что. Так, на всемирной выставке я все еще не на первом месте. Вау. Убили шпиона Российской империи. Кайф. Это не наш паводок. Пингала и Лян прибыли на место. Ну, кстати, уже недостаточно. Жаль, я так понимаю, тут... Не, нормально. Давайте вот так. Пускай. В Багакуме есть довольство. Это мы сейчас китов обработали, и довольство вернулось. Ауч. Блин, а чё так больно? А, это, блин, его наоборот. Это его раненый. Блин, кто там? Торговца. Блин, пришел опять уже казаками в армии. Так, рара ему открыли. Крутую театралку построили. Блин, а вот аэропорт у нас не везде. Аэропорт требует жителей. Не, ладно, давайте на еду поставим. Я, по-моему, аэропорт только в Тирване смогу. Да. Всех остальных... Хотя вот, пожалуйста, тут хватает жителей. А что у нас тут не построено? Кампус, ну священного места типа нету. Ну и нормально, господи. Я бы и здесь аэродром строил. Ну придется здесь, правда плохо, что у границы Грека. Тоже сразу после зоопарка. Убить шпион Инкской империи, отлично. Да, слушайте, он тут мне может много караванов пограбить. Да. Латники. Не, я не буду атаковать. Слишком больно. Ну почему ее... Блин, Лян выкинули. Одну аквакультуру успел только сделать. Ну это, кстати, инк получает. Но я, судя по всему, убил его. Убил его шпиона, который это делал. Но теперь нам придется опять ждать прибытия Лян. Следующим ходом, по идее, должен встретить Корею. Так, куда мне этого рабочего быстрее, если в эту сторону? Ну, в Алезию, например, 15. А в эту сторону... 11, реально сюда быстро, пускай сюда плывет. И еще тут рабочий один.
Нормально. Холодная война. На вашей территории вражеский шпион. Я бы, кстати, это поставил. При создании морских юнитов двойной эффект, если отличается от вашего. Давайте пока минус 2 к чужим... Где тут? На вашей территории вражеских шпионов минус 2. При нападении на врага уровень ваших шпионов плюс 1. Я вот криптографию вместо учетных банков. Блин, опять. Чё они ко мне рабочих привозят, не понимаю. Блин, не достреляю. Ну, короче, это я убиваю тут этот броненосец, слава богу. Другое дело, что тут могут сейчас эти подлодки еще плавать, австралийские. Там у своего шпиона я не смогу... О, разграблю. А, нельзя грабить. Ну что такое? Все нечестно. Так, человека 1100-500. Неизвестный тоже на него читает. Я явно на него не наберу. Торговца этого нам не надо. Да, вот этого, конечно, я бы ученого забрал, но меня беспокоит, что его, скорее всего, Корея заберет, который явно там тоже в ракетостроении. Дальше в глобализацию, только через быстрое развертывание. Либо через космическую гонку. Типа, что раньше? Ну, наверное, поехали пока через космическую гонку. Так, сделаем. Перестал быть сюзереном Волина, но это ладно. Я, кстати, так и не набил на генерала. Всего 123. Сколько я набил? 132 очка. Так, где в Адуре мы Рейну посадили. Все окей. Так, Россия, видимо, сейчас мне еще парочку караванов там разграбит. Ну, я не первый горный тоннель. Я надеюсь, что хотя бы Инк первый горный. Да, у него есть тоннель. Было бы очень смешно, если бы он еще эти свои способности не использовал. Ауч. Ну ладно, у меня тут уровень. Почему-то по... А, не, по каперу. Мне показалось, что по рабочему. Да, это глюк почему-то такой странный. Ладно, здесь... Интересно, я могу вылечиться? Не, это деньги, черт. Ну не должны вроде убить мне. Пуститься. Наверное, этого рабочего захватят. Обратно. Тут мы против морских юнитов. Берем. Просто отступил, ничего не грабил. Отлично. Станем так. Так, чтобы был проход, еще мне надо туда пройти и вот там сделать. Еще, кстати, можно вот здесь сделать тоже потом. Но сначала сюда идем. Блин, а что-то, походу, не накапливается от Кумаси. Что за фигня? Я сюзерен Кумаси. Амани.
вступив в должность Гросиус, накапливает его стратегические ресурсы. В качестве сюзерена удваивает получаемые ресурсы. Ну и где? То есть мы должны, по идее, получать плюс 6 угля. А я волене, фак. Да нафиг нам волен. Черт, я забыл реально. В Кумасе, конечно. Там еще и уголь. Хай волен с нами воюет, пофигу. Так, Магнуса можно вернуть. Не в Навиду, но в Адуатуку. Да, слушайте, мне прям, наверное, надо шпионов своих дома держать. У меня очень важных губернаторов убирают просто. Ух ты, Пачеку, так и Джон Кёртин Перикло объявили войну. А вот это прикольно, что Австралия с Грецией воюет. Это прикольно. Чего апельсины веру дают? Мне кажется, эти разграбление клеток постоянно удивляет, что оно дает. Ну что, мы встретим наконец Корею. Так, большая честь познакомиться с премиум гостеприимства Йоханнесбург. Корея 214 по развитию. Не она, а на втором месте. Вау. А кто там еще должен быть? У нас еще две цивилизации. Ладно, давайте торговать сначала. Блин, а мне нечем с ним торговать. У нее нету ничего. Ну, зашибись. О, 171, это круто. Так, и тут больше пока грабить нечего. Вам не проплыть. 4-4. Блин, реально, я почему-то в Лизье мы быстрее построим гавань, чем в Алезии. Которую я специально вроде пытался развить. Угольно это для того. Теперь в Девадуре должно быть электричество. Смотрим. Есть. Видите, помните, оно красное было? Так. О, могу здесь аэродром. Кстати, наверное, надо. Вопрос только где? Какие клетки приятные? Вот сюда придется поставить. А, тогда вообще для космопорта нету места. Вообще-то. Ладно, иногда хватит аэродромов там. Значит, мы космопорт никуда не всунем. Статуя свободы. Так, торговца я бы просто купил. У нас, по-моему, из Адуатаки у нас. Так, доступные пути. Вообще, я бы, наверное... Сколько нам до космопорта? Сейчас я открою радио, потом улучшенную авиацию, потом ракетостроение. Хотя, знаете, давайте мы посмотрим, сколько у нас алюминий. Будет ли у нас вообще алюминий, а то... Если нет алюминия, то и смысл в авиации. Я пойду просто в уран сразу. Доступные пути.
Ну и за два туки в Кумасе. Тут куплю торговца. Так, а здесь тогда шпиона построим. Еще один ход, и можно будет гавань делать. Смотри, пока ходы есть, возможно, в золотой век все-таки смогу. Осуждает Бразилия. Ну, это неудивительно, у меня очень много, так как много войн со всеми, соответственно, очень много претензий. Это они рабочего захватили, пофигу. Это варвары. Так, алюминий. Это важно. Не обработан. Обработан. Надо починить. Ну, в принципе, зашибись. Идем в улучшенную авиацию. Так, здесь давайте сразу гавань. Только там, да, можно строить. Ну да. Кавалерию апнем. Блин, нам надо... Нам надо починить здесь рудник. Видимо, надо купить рабочего все-таки. А строить мы тут будем лабу. Так, и у нас есть рабочий вот здесь. Как раз два заряда. Одним мы убираем здесь лесопилку, вторым ставим рудник. Лик собор Василия Блаженного. Кайф. Еще строй. Ну, мне тут нечем захватывать и как бы не особо нужно. Если бы я взял сколько зарядов, если бы там три заряда, может быть, я и сделал кораблик. Лаба в Дивадуре. Тоже, видите, аэродром ставится. Ну, я думаю, нам двух хватит. Фабрика не нужна. Аквапарк не нужен. Хотя... Да не, наверное, не. У меня тут аквапарк. Хреново, что как бы подлодки все уже типа... А, нет, есть каперы. Давайте я каперов немножко построю, потому что это будущие атомные подводные лодки, с помощью которых мы будем ядерки бросать. Не использую ни одной ГГшки научной. Вот это проблема. Но, в принципе, когда у меня прибудет в Кумасе Амани, я реально куда-нибудь вброшу. Причем скорее в Таругу. Так, здесь Кумаси у нас. Валим. Ну, рыба просто здоровье дает, тоже нету смысла особо грабить. Так, может, открытые границы пока не осудили. Нормально.
Давай, может, мы тебе какой-нибудь срез дадим, и ты вообще тут от нас без ума будешь. Потому что как только они осудят, я не смогу у них право прохода просить. Так, осудить еретика, конечно же. Плавают раввины всякие. Понимаешь? Это же не Галилейское море, что они тут плавают? Еще две цивилизации. Я, слушайте, веру все-таки чисто каперы получают, пока похоже, а не... Что-то я не могу сообразить, откуда. Морской рейдер. У меня нету в правительстве никаких... Кстати, можно было опять же поставить карточку на... Сначала найти источники на... Ну, больше, чтобы своровства получали. Но мне кажется, сейчас это уже не настолько важно. У меня там хорошие карточки стоят. Это красная карточка должна быть. Так, а что сюда археологи греческие прутся? Что за фигня? Давайте пока ангар, наверное, или биржу лучше. Наверное, биржу, блин, так мало денег. Вообще-то. Центр вещания. Наверное, вот в этот раз тут уже ангар лучше. Я бы, наверное, тут даже защитил. Так сделал. Так, тут мы археолога. А это не убивает археолога, он его отбрасывает просто в ближайший город. Потому что не хочу, чтобы он мне тут что-то копал. Еще археологический. Здесь тоже археолога. Нанотехнологии, синтетические материалы ускорили. Что это вообще? Нанотехнологии, алюминиевый рудник, а синтетические материалы, два аэродрома. Все верно. Вопрос, после самолетов лучше уран открыть сначала, а потом ракетостроение? Просто космопорты тоже хотелось бы побыстрее построить, даже чисто для того, чтобы территорию видеть. Так, Лян можно вернуть. Слушайте, они у меня все довольно быстро возвращаются, но надо в Адуату Киев на виду не то точно. Вот видите, осудил меня. Я бы сейчас у нее не смог упросить открытые границы. Надо в Адуату Киев на виду все-таки шпионов, наверное, посадить. Я, наверное, зря. А вот прокачанный хоть один шпион. Чтобы ловили. Хотя у меня хоть и стоит карточка на минус 2 вражеских. Город престиж, клетка, на которых расположен. Нафиг надо. Так, Карла Сагана. Ну, еще может быть. Еще может быть. Давайте мы не будем искать источники, а просто их вернем. Этого в столицу верну. Так. Отправить в Адуатуку. А этого... Не, подожди, вот это, кстати, можно оставить. Я что, сейчас дострою? Там просто без... Без уровня, как раз тут сейчас дострою в Навиду, не тут оставлю. Нормально. Хорошо, в аквапарк заехал.
Такое ощущение, что кто-то обстрелял. Надо вот в янтарь заехать полечиться броненосцем. Интересно, как разграбление янтаря чинит броненосец? Как это работает вообще? Так, вот это границы Бразилии. Ну, я думаю, кто-то не встреченный вот тут у нас, с этой стороны просто. Думаю, надеюсь, доплывем скоро. Вот чьи-то границы. Что, реально мы можем захватить? А, это просто убийство. Понял. То есть береговой рейд рабочих захватывает, остальных гражданских просто уничтожает. Пушечка. Наверное, не будем уже лезть. Пойдем потихоньку к нашей территории апаться в подводные лодки. Лабов, Соликамские исследовательские гранты. Варваров возьмем. Артефакт. У меня вообще на территории немного артефактов. Не знаю, куда он тут лезет. У меня, по-моему, там вот только внизу. Так, ну, с Австралией никогда мы мир не имеем права заключать. Я надеюсь, что вы по тем же правилам играете, то есть именно воюя с первыми 10 цивилизациями. Ну, я в нормальный век 100% выйду. Вопрос, выйду ли я в этот, в золотой. Есть самолеты. Бомбардиров... Может, купить тут просто... Даже. Первый летательный аппарат, который не упал на землю. Но это не первый в мире, опять же. Кто-то уже самолеты построил. Интересно. Так, алюминий у нас плюс 4 должно быть вход. Давайте в Тирване. Бомбардировщик. 3. Ну, русским, конечно же, займемся сначала. Магнус в Адуатуке. Так. Тут мы вот этим будем выкапывать. А этого тут есть. И там. Значит, сначала вот тут надо выкопать, чтобы... Греческий не добрался раньше времени. Ватикан забрали. Подожди, где он тут был? Ладно. Китай. Значит, с этим можно не... Есть дружбу не будет? Не будет. А посольство... Есть. Единственное посольство вообще. О, трюфеля, чай, ртуть. Отлично. Это мы хорошо заглянули. Немножко счастья себе повысим. Но пока, хотя нет, плюс 3 уже. То есть это я плюс 5% имею. Норм. Ну и мне осталось последнюю циву встретить.
Та, которая на втором месте по науке. 57, 52, 356, 300... Блин, ну я не знаю. И тут 100% на Австралию надо будет сбрасывать. Это самая большая армия у немцев. Прикол. Пожалуй, надо ли мне исследовательские гранты? Или лучше... Ну, на музыканта я тут долго буду, видимо. Поэтому давайте исследовательские гранты. Кстати, а давайте-ка мы инквизитора в Гонконге используем. Так, а это что приплывает? Как-то я вовремя построил каперы. Зачем-то апостолы приплыли. Мане еще два хода. Или один ход прибытия. Так, этот у нас... Контрразведка в центре города. Не, потому что они постоянно что-то у меня губеров убирают. Не хватает очков действия. Следующим ходом полечимся. Блин, 708 денег у Австралии можно красть. Обалдеть. Так. Ну, я бы, наверное, здесь капер держал. Тут, когда апнем, отсюда намного ближе будет. Так, а что мы дальше исследуем? Наверное, все-таки ракетостроение, а потом уран. Потому что надо космопорт и спутник, чтобы карту открыть. Так, тут исследовать нечего, да? А кто вообще с кем-нибудь воюет? Давайте глянем. Германия? Нет. Вьетнам? Нет. Корея? Нет. Ну, я помню, что с греком Австралия и инки начали воевать. Саладин вот с неизвестным. Бразилия с Мали, между прочим. О, Эфиопия с Вавилоном замирились. Россия только меня, эфиопа и грека встретила. И то, скорее, это мы ее встретили. Короче, Россию я бедную застопал. Что думаю, куда мне эту каравеллу отправить? Ладно, давайте пока сюда. Своего часа дождался флотоводец. И дальше мы построим морской порт. Кампус на плюс 2. Мне кажется, уже кампусы поздно строить. Строителя. Тут только, в принципе, одну клетку, если обработать. Так что давайте морской порт. А за счет создания там маяка надо караван из Адуатуки купить. Серьезно, еще рабочего. Ну, его захватят обратно, правда. Так, ну если там кто-то воюет с Саладином, то он может быть в соседях Валетта. Блин, о, класс, у нас Валетта есть. 15 кто-то туда, да, это уже не перекупить. Но это неизвестная цивилизация, и вот она, видимо. Так, продолжим.
Капер. Не хочу аэродром. Канализация тоже нафиг. Ну, блин, даже не знаю, это как гранты. Вообще реально нечего строить. Нет, в принципе, 3 алюминия, это, считайте, 6 самолетов. Зашибись. Нет, араб, извини, с тобой мы не имеем права мириться. Интересно, Китай меня осудит? О, современные танки. Но меня успокаивает, что там Австралия с инком воюет с греком. Это можно поставить, когда мы космопорт построим в столице. Потому что у меня там есть как раз академия. Угу. Что это за убитый инковский латник, блин, в полном обмундировании плыл. Интересно, что я тут могу построить? Так, тут тоже в контрразведку, в центр города. Потому что и отсюда убирали... губернаторов. Так, тут вернем домой. Он тут не собирал у меня археологические ценности. Ну, я тут просто стою, жду открытия атомных подводных лодок, потому что в современной, в обычной подводной лодке не могу апнуться из-за отсутствия нефти. А атомные подводные лодки нефть не требуют. Янтарем, короче, залепили все дырки в броненосце. Ну, пора заняться Россией. Россия наша, так сказать. Шпион. Ну, кстати, дамбу могу, а тут, о, тут разливы могут быть, вау. Вот это что-то я просмотрел, честно говоря. Ну, наверное, стоит дамбу поставить. Черт, мы походу... Я не знаю, как вот эту цивилизацию увидеть. Да, может, вниз отсюда еще проплыть можно. Но выглядит так, что тут сплошной Китай. Видите, вот столица Китая. А это явно вот эта невстреченная цивилизация. Еще можно бы Валету засоюзить, но туда надо аж 15 послов. Тут я все исследовал, получается. Тут снизу не проплыть. Можно каравеллой домой возвращаться. Гавань.
Давайте, наверное, маяк куплю. Верфь будем строить. Так, а тут где-то тогда можно... Ну, давайте, наверное, в Адуатуке еще раз куплю торговца. Пока деньги есть. Я на производство уже отсюда отправляю. Кстати, наверное, я пост... Хотя нет, по-моему, на строительство космопорта это не действует. Тогда не поставлю. Рационализм плюс 30. 10% науки. Это больше, конечно, чем 5-летний план, например, дает. Может уже заменить бонусы, но это 26 производства. Видите, некуда. Некуда это ставить. Так, ну, в принципе, 7 ходов и нехватка 6 очков. Должен вполне успеть как-то. Кстати, я чудо какое-нибудь могу еще. Большой театр. Соседство с театралкой. Ну, в Тирване можно вот здесь. Давайте мы, наверное, вот этим рабочим... Надо сюда добраться. А что так долго? Я бы собрал пшеницу и поставил здесь театр, возможно. Не то, чтобы я, типа, спешил бы сильно с этим. Блин, 362, 358, 360. Я там, может, по количеству науки и догнал, но... По техам и где они находятся, 58. Стало жертвой агрессии. Возместить затраты. Два очка дипломатическая. Не, неинтересно. Тем более... Я еще и помирюсь тогда с кем-то, если будет принят этот кризис. Принят. Он принят. Но я в нем не участвую, как вы понимаете. Так, теперь в Адуатуке строим космопорт. О, космопорт можно рядом с центром города. Или лучше... Ну, тут нету соседства для районов, нету смысла сюда ставить. Я бы просто производство оставил, честно говоря. Ладно, давайте ставить на пшеницу. 4 хода. И на производство. Может, в Гонконг? Нет, там слишком мало. Вообще-то как-то слишком мало производства. 3. Я бы на деньги лучше отправлял тогда. Ну, посмотрим. Ну, нормально. То есть сталеварение тут не открыто. Соберем, потому что, опять же, четвертый радиус. 7. Так, 4. Посмотрю, может, где-то его использовать, чтобы убрать 5 в Дивадуре. Да, давайте в Дивадуре. Полечимся. Хочется пограбить, конечно, кампус, но... А, ну я ж могу и капером. Знаете, я, наверное, тут, когда вот дострою самолет, сразу поставлю Эрмитаж делаться. Не сильно тут откладывать это дело.
Домой возвращаемся. Конечно, важно будет, сколько у нас урана, но по идее я сейчас открываю уран. Потом, видимо, надо расщепление ядра. Опять же, зависит от того, будет ли у нас уран. Если есть, то расщепление ядра. И потом дальняя связь. Если нет, придется в развитии на улет пробовать. Блин, вон границы, прям вот они. Причем араб воюет с этой цивилизацией, но я просто надеюсь, вдруг я тут какие-нибудь юниты увижу. Нападающие. Все, тут все разграблено, да? Блин, вспомните, какие я цивилизации устанавливал. Это случайная будет или какая-то мною установленная? А с кого я там с галами? Германию, Вьетнам, они все есть в игре уже. Какую я еще научную мог поставить? Маяк, исследовательские гранты, библиотека. Эти начинают уже затапливать, поэтому мы тут ничего не обрабатывали. Амани в Кумасе. Зашибил. Теперь мне должно угля валить, да, видите, плюс 12. Хотя все равно как-то мало, должно 6 отсюда идти. Там же удвоено. По идее. Ну ладно. Так, мы просто стоим тут, наверное. Каравеллами ждем. Тут у нас такой вообще этот Рейкум. Получается, наш внутренний океан. А, Мапуче. Но это случайная цивилизация. Видите, и что он на втором месте по развитию? Вау. 437? Вау, вот это... Ну, как видите, я встретил все цивилизации, поэтому кучу очков получил. Интересно, кстати, как я его встретил? А, все-таки он подошел юнитами, видите? Так, ну, с Мапуче я имею право не воевать. У него есть только хлопок, которого у меня нет, да? Так, ну и вот, раз, два, три, четыре, пять цивилизаций, с которыми я не воюю. Ну, я могу с ними воевать, но имею право и мирно сосуществовать. Блин, Мапуче-то вау. Ну, Перикл, я уверен, что он получается в нанотехнологиях зачем-то. Что странно. Дальше Вьетнам, Китай, Австралия и Инки где-то вот здесь. Причем они могут быть в разном. Давайте смотреть ракетостроение. Кто-нибудь космопорт вообще построил? Да, и Вьетнам первый проект запускает. Австралиец тоже. Корея ракетостроение открыла. Вавилон в ракетостроении. Араб в ракетостроении. Мапуче, естественно. Ну и я. Дальше спутники. Мапуче еще не открыл. Австралиец открыл.
Но нанотехнологии еще не открыл. Но нанотехнологии, очевидно, Перикл открыл, да. Зачем-то без первых. Я еще понимаю, в современные танки выйти. Понятно. Зачем просто нанотехнологии? Тут нанотехнологии бессмысленно открывать без космопорта, потому что тут чисто проект космический. Странно, согласитесь. Так, у нас сейчас два самолета. Давайте, наверное, все-таки я большой театр поставлю. Самолеты. Блин, с другой стороны, надо русского забирать быстрее. Ладно, пока бомбардировщики. Еще проблема у нас. Насколько он на 11, на 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Отсюда долетает. 4, 5, 6. И из Адуатуки долетает. Отлично. Маяк. Верфь. Блин, а у меня же есть, по-моему, в коммунизме что-то на внутренние торговые пути. Города с престижем притягивающий. Учетные банки. Смотрите, где карточка чисто, которая в коммунизме? Общественные работы, чудо света, общественный транспорт нет. Во, коллективизм. Плюс два производства и четыре. Так. Ну, вместо криптографии придется поставить. А, как вместо криптографии, это зеленый черт. Просто это тоже производство дает. Блин, ну что, вместо либерализма получается. Заплачу деньги. Но на две науки всего вход снизилось. Ладно, это терпимо. Просто заплыв контролируем армией броненосцев. Что, дорог не проложено у меня никаких вообще. Странные форты построены. Лечимся в городах. Так, тут продолжаем грабить. Да, ну мапучи, конечно, меня удивили, честно. Не ожидал, что мапучи так могут развиваться. 437 науки, 368 культуры. Просто самые большие цифры из всех. Поразительно. Так, тут мы домой плывем. Тут мы домой плывем. Одно очко до Золотого века осталось, так что не думаю, что какие-то проблемы будут. Это, наверное, водяную мельницу поставлю, хоть
Хоть какая-то еда небольшенькая еще будет в этот город капать. Болонию захватили. Так, сколько ходов? 5. Какого-нибудь великого человека? Ну вот, да, Королева, например. Блин, Мапучи получит этого человека. Фак. Там 2 хода, ну никак. Королева хоть сейчас могу забирать. Ну, слава богу, денег ни у кого нету много. И веры, в общем-то, нормально. Ну что, как думаете, Мапучи, когда меня? Крупное наводнение, которое было предотвращено. Просто повысили плодородность клеток. Так, уран есть у нас? Не вижу. Блин, ну серьезно? Я надеюсь, у русского есть. Слушайте, ну и что без урана делать? Как нам восстанавливать? Тут, кстати, город можно поставить. А, тут будет затоплено, к сожалению. О, слава богу, Смоленска, зашибись. Фуф. Знаменитые смоленские урановые рудники. Будь здорова. Будь здорова. Так, сейчас тут должен быть самолет, по-моему. Перекидываем в Навидун. Ну, 91, конечно, сильно, но это как раз из-за казаков, из-за армии казаков, да, такая сила. Он, Россия-то отстает по науке. Во, здесь он. Ну и плюс, просто это стены Возрождения, а не современные. Если бы это были современные стены, то уже, мне кажется, самолетом я бы очень долго колупал. Так, ну компьютеры сейчас уже бессмысленно. Тогда, раз у вас есть уран, можно расщепление ядра открывать. Ну, не у нас есть, он в Смоленске есть, но он у нас будет, естественно. Ну, это 25 золота чисто из-за прокачки капера, а не из-за... Я не буду стрелять. А не из-за разграбления форта. Форт просто уничтожается. Вот видите, форт не дает ничего. Тут культурка. О, получилось денежку своровать. Зашибись. Контрразведки, скандал. Блин. Ну ладно, скандал. Просто не хочу его обратно возвращать. У меня 2 и так уже сидят. Надо же хоть каким-то одним что-то у соперников делать. Так, тут тоже есть бомбардировщик. Ну, я бы продолжил. Я могу 6 бомбардировщиков, по идее, спокойно. Вопрос, нужен ли нам еще истребитель? А, 4, значит он не читает. Слушайте, может быть и получится. За счет веры забрать. А из-за того, как много будут читать компьютеры на это дело. Ремонт. Нам что, немножко поцарапали стену, что ли? Не хочу ремонтировать. $708 в Брисбене своровали. По-моему, мы молодцы.
Ставлю на то, что сейчас Мапучи нас осудит. Пора. Ага. Вообще изи. Ну, тут без шансов, чтобы не было осуждения, просто потому что вот это объявление, это я очень много претензий имею. План, violently executed right now, is far better than a perfect plan, executed next week. Наверное, пока ничего не меняю. О, поймали в наведуне Инкской империи. Блин, Австралия заключила мир с Периклом. Как бы теперь Перикл на меня не переключился? У Инка 6 сила. У арабы 99, то есть просто без армии сидят. Блин, хочется, конечно, убить самолетами, но мне кажется, важнее Смоленск забрать. Поэтому нам надо самолетами его атаковать. Так, и нам надо какой-то быстрый юнит купить. Как танки мы строить не можем, то по идее должны быть доступны. Кавалерия должна быть доступна. Следующим ходом мы, по идее, должны захватывать Смоленск. На нее зона контроля не действует, тут дороги проложены. Ну, вот тут нам надо, видите, добыть, а нас не пускает кавалерия. Я не хочу атаковать. Так, раз, два, три, это далеко. Там вот тут три клетки буквально. Осталось аквакультуре обработать. А, нет. Наверное, отойду. Не будем подвергать риску капер. Можно домой возвращать. Ну, в общем, тут мне неинтересно. Я, наверное, буду броненосцы около Австралии держать, когда буду кидать ядерки, чтобы города захватывать. Так, тут есть дамба, значит, гидроэлектростанция. Здесь верфь, морской порт, Соликамские гранты. Ну и дальше в глобализацию не буду менять никакие карточки. Так, этот рабочий у нас вот здесь убирает пшеничку. Как раз следующим ходом я смогу начать Эрмитаж тут строить. Опять осуждает Германия. Интересно, вообще кто-то из этих пяти оставшихся прекратит меня осуждать до конца? О, искусственный спутник Вьетнам запустил. Так, смотрим. Все еще Карл Саган доступен. Два хода. О, могу забирать. Отлично. Кайф. Вот это очень здорово. Так, сюда поставим пока Эрмит, Большой театр. Есть куда космопорт еще будет ставить. Например, вот сюда.
Блин, не могу использовать пока. Так, ну чё, падение Смоленска. Сразу найму инквизитора заодно. Или лучше копить. Давайте, наверное, будем копить на теперь Королева. Так, вот этот самолет перебрасываю в Смоленск. Город, кстати, не отваливается, обратите внимание. Отсюда начнем бомбить Воронеж. Прям по мемчикам, короче, пошли. Вообще, я и Тверь вижу еще. Мне кажется, Тверь поважнее. Забрать она побольше. Здесь надо взлетные полосы еще поставить в Смоленске. Блин, латники. При воздушной поддержке. Конечно, мощно. Так, город сохраняем. Тут Петра Великого берем. Есть у нас... Блин, я еще не все собрал. Наверное, тут тогда соберу. Деньги от пригорода, зашибись. Боже, какая-то собака на улице заходится. Есть космопорт. Ну, запуск искусственного спутника своим ходом делаем. А так, в принципе, у меня будет два великих человека на ускорение. Так что, в принципе... Так, монумент, амбар, водяная мельница и ремонт. Ой-ой-ой. А вот это хреново. Так, мне надо ПТ-команды, видимо, покупать. Причем не сможем мы покопить на Королева. Да у меня, блин, вообще даже на ПТ команды нету. Фак. Ну ладно, пускай он попробует сначала меня. Куда тут этот археолог, интересно, лезет все? Блин, надо против этих самолеты поиспользовать. Нам нужен, наверное, истребитель. Заодно. Ну, у меня тут вот этот будет. Ладно, сейчас посмотрим, как будет грек действовать. Это вот замирился он с австралийцем, и видите, что началось. Так, следим за Грецией. Россия меня не беспокоит, там у него 180 силы, это, наверное, один казак какой-нибудь. А вот современные танки, которые сейчас в тыл могут заехать. Еще и поселенца какого-то ведет грек. Обалдеть. Так, вот это нам надо апнуть в пулеметную роту. Здесь сразу 95 стало, и, соответственно, обстрел сильнее стал. Так, ну теперь полегче.
Ну, нет у нас времени апать самолеты. Нам надо обстреливать. Вот этот, к сожалению, не дотягивается. Поэтому я говорю, что нам нужны военные инженеры. Так, смотрим. Средневековье, античность, возрождение. Древний мир, средневековье, античность. Короче, по два разных, понятно, не можем мы ничего тут сделать. Тут тоже апну. Тут стоим пока. Блин, мне нужен еще и рабочий, чтобы уран начать добывать. Надо покупать рабочего. Тотальная нехватка денег на самом деле. Но, видимо, тут придется против этих работать. Самолетами. Танчик куда-то поплыл. Не доплывет. Представляю, перевозят танк на какой-то барже, там грузовой платформе. А тут капер под парусами и топит. Так, ускоряем. Большой театр. Этот парень сюда. Мне кажется, королеву мы все равно заберем. Я, кстати, тут и постою просто. Пора, наверное, везде космопорт. Блин, ну тут как-то очень мало. Космопорт. Ладно, сюда ставлю в любом случае. Саморабриви космопорт 11. Или тут лучше истребитель. Построим. Космопорт я в Тирване начну строить. Каперы на ремонт и переоборудование в подводные лодки возвращаются домой. Но выглядит так, что это уже в следующей серии, потому что мы сейчас входим в новую эпоху. В современность, получается. Что сейчас за эпоха будет? Сейчас проверим, как там у нас космическая гонка вообще. Ауч. Нанмадол, да, привез. Эпоха атома. Эпоха атома. Мы в золотой век выходим. Второе место, к сожалению, заняли. 100 очков великих людей было бы круто. Ну, хотя ускорение двух социальных институтов тоже прикольно. Обязательная оптимизация и управление рисками. Так, в золотом веке еще Германия, Вьетнам, Мапуче, ну так себе. Лидеры тоже в золотом веке. Под охраной лжи или оставить пульс паровой машины? Наверное, все-таки пульс паровой машины. У меня шпионы в основном сидят, защищая мои города. Понимаете, так, тут мы просто стоим пока. Смотрим... Как выглядит гонка. Вьетнам второй проект, но нанотехнологии еще не открыл. Австралия только первый, но не тоже не открыто, ладно. Ну и я пока только мы втроем запускаем, кстати, интересно. Пока только мы втроем. Ну, как это будет уже в следующей серии, очевидно. Как это происходит у вас, пожалуйста, рассказывайте, если вы тоже параллельно со мной играете. На этом все. Спонсоры канала продолжения могут прямо сейчас поискать в вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры и всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео.
пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!